Всем привет, это у нас бабка, и буду вам сегодня показывать баг на невидимость, который нашел сам. Нам в этом понадобится мод от 0 зарепа, но мы там не будем включать само собой невидимость. Сейчас смотрите, что нужно делать. Нам понадобится дощечка вот эта, на которой написано на английском языке послание. И с ней надо стать очень маленьким. Сейчас смотрите. Где ты? Смотрите, так можно взять? Берем ее. Садимся, само собой. Смотрите, видите, я могу встать. Но если я стану маленьким человеком, то я просто приземлюсь. Да, ничего не дает. Надо сесть и нажать Ant-Man, Человек-муравей. Мы проваливаемся в гараж. А сейчас в гараже баловаться. Ну и можно встать, смотрите, я, видите, встал. Значок, видите? Полный рост стою, но маленький. Сейчас, смотрите, бабка придет, и она меня видеть не будет. Но это еще мало того, я потом встану. Смотрите. Так, нет, не получилось. Не с первого раза получается. Сейчас мы сделаем рандом телепорт. Уже подготовим, смотрите-ка. Ant-Man пока вырубим. Да, получается не всегда. Нам надо телепортироваться в гараж. Успел. Все, мы в гараже. А в гараж нам надо всего лишь за табличкой. Так, я ее... О, молодец. Она как раз сейчас сюда придет. А мы уже как раз будем в подвале. Все, идем. И снова то же самое проделаем. Главное, держите табличку в руке. Но у меня, по крайней мере, только с ней получалось. Сели, и сейчас человек-муравей. И мы свалились. Мы теперь маленькие, видите, даже можем под машину залезть. Просто пройтись прям под ней, и все. И можем встать. И тоже, скорее всего, под ней пройдем. Да ну-ка, что в багажнике? А, не видно. Все, и давайте бросать ее. На какой-то из дней ведь получится. Сейчас ждем. Надеюсь, меня не увидит. Смотрите, машина приподнята. Не увидела. Все, теперь жмем, отключаем человек-муравей. Видите, все красное, все выключено. Invisible off. И идем к ней. Все, нас бабка не видит. Но слышит, похоже. Да, вот такой баг. И давайте теперь еще побалуемся с рандом телепортом. Так, сейчас залезем на третий этаж. Это чтобы видео не было совершенно уж коротким. Кстати, прикол, дверь закрыта. Я же во второй день телепортировался. Сейчас попробуем телепортироваться в момент убийства. И еще одновременно посмотрим, если мы разобьемся, она может нас убивать? Будет ли она нас видеть? Смотрите. Падаем и телепортируемся. Так. Ну-ка. Ты нас все еще не видишь? Столько камней, это вообще жесть. А их двигать можно? А, исчезли. Так, бабка нас до сих пор не видит. Дверь до сих пор закрыта. Сейчас попозднее телепортируемся. Главное, подготовьте. Так, рандом телепорт. Все, видите, где мы упали? Прямо у Мишки. И сейчас посмотрим, убивает ли нас бабка. Если да, то тоже в момент убийства телепортируемся, чтобы мы свалились прямо в другой комнате. Потому что она нас уже может видеть. А, дверь закрыта на третий день. Это жесть. Прикол, третий день, дверь закрыта. Тоже хитрость некая. А, мы здесь стоим. И ждем.
Надеюсь, она увидит. Так, опять у Мишки вроде убила. Сейчас давайте также дождемся гильотины, допустим. Можно ли из нее прям телепортироваться? Но вставать он не может, почему-то телепортировавшись в другое место. Видите, рандом телепорт жму, ничего. Но сейчас нас телепортирует. Раз мы уже нажимали. Да, игра запоминает. Я, видите, стал видимым. Рандом телепорт. Прямо гильотина убила. Это жесть. Хотя ее тут не было. Ну-ка. Сейчас еще раз нас грохнет и посмотрим, можно ли из конечной сцены телепортироваться. Из сцены казни. Так. Папка, мы тебя ждем. Так. И... исчезла, смотрите. Нуль зареп пропадает. Ничего не нажимается. Все, нас грохнули. Давайте на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Бабка у нас теперь может становиться невидимой при помощи этого мода. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси, всем пока.